Да не лёгкий. Инженеров-то добрать надо. Мы отправляем вас в Доху, Катар. Из-за суровых условий была проведена эвакуация. Но по новым данным, русские хотят захватить грузовики, застрявшие в песке. Мы не знаем, что в них находится, но нам важно захватить местность и предотвратить ее оккупацию. Точное количество врагов неизвестно, но ожидается сильное сопротивление. Удачной охоты. Около 300 метров! Все цели Фокстрот под нашим контролем. Да, под нами там. Давай, вали под нами, танк он разговаривает. Я же не могу под ним стрелять. Ну, у меня перезаряд. Сектор Дельта захвачен. Где? Вспышка справа! Нам надо починить. Не осуществим спрос поддержки. У нас авто починка. У нас тут танк! Отсюда далеко! Ну, не стоишь. Я могу чинить. Нашим бойцам удалось захватить сектор Чарли. Давай починимся. Хорошая работа. Большая часть секторов под нашим контролем. Блин, еще реально посидим. Ты куда? Возвращайся в бой! Блин. Сектор Фокстрот. Ну, ты за пределами поля боя. Без тебя мы не справимся. Беру машину! Сейчас все будет! О, блин, не все ж мы как сесть. На село. Ну давай, ты полетай. Это ж не убей, Жень. Ты техника, отметил. Расстояние большое! Тут голос репетура. На озвучку. У меня только 30 миллиметров. Все. Вижу танк противника! Немалое расстояние! Еще один, отметил. Это... Войска союзников удерживают сектор Дельта. Войска противника ушли Чарли 1. Я здесь. У меня в этом накопили зарядки рождения. Ох, ты молодец, конечно. Что это было нахер? Юрген. Ты где делся? Я не могу появиться. Да я сел. Русские взяли сектор Дельта. Маркер установлен! За дело! Вражеские
Вражеские войска контролируют большую часть сектора. Проложи последние новости. Смотрите справа! О, чёрт. Не, я просто... Перед нами! Ну, ему тоже не осталось. Отлично! Ты чини, ты можешь чинить? Ну так чини, что ты говоришь об этом? Противники! На 10 метрах! Исхода противника! Мы только что взяли сектор Дельта. Надо точку забирать, мы забираем. 40 метров от вас. Давай, крути головой нормально по сторонам. Ну, я не так быстро кручу просто. Да, давай. Они что, я, короче, смотрю эту дырку, по которой они вылазили. Ты сзади смотри. Опа, что это было? Ну мы точку взяли, нормально. Они захватили сектор Фокстрот. Есть. Ну что, надо сваливать туда, если точку. Российские войска ударили по цели Браво-1. Так, едем туда. Вот цель. Вот, отстреливаем. Идем через всю карту! Спереди попало! Сектор Клойд под контролем русских. Замечен транспорт! Оп, ага. Чини, а не говори. Я его уничтожил. Мне фраги пошли. Там бежит точку забирать, ладно. Так, подъеду. О, сюда вот. Оружие заряжается. Починил? А, нормально. Так, придется опять Б забирать. Нам надо так, короче, забрать Б, чтобы отъехать. Сектор Чарли под нашим контролем. Смотри по сторонам. Нам надо идти на С, чтобы не забрали. Нам надо вот это все. Так. Все. Обратно забираем. Черт, Б такая точка, что они там внизу, наверное. Слышишь, у тебя тоже пулемет? Да нет пулемета. Опа, это что? Это... Шини. А у меня тут есть разница вообще? У нас? У нас? Не, я имею в виду, что я не вижу тут кнопки переключения. Я вот что-то такое помню, то что я забыл. Вон техника есть. Сектор Браво теперь принадлежит нам.
Так, погнали нафиг отсюда. Вон они поехали, мы еще пошел. Пехот тут впереди, видишь, шуяга вам. Тут техника была. А, вон они опять сидят. Что, опять бы забираем? Он что, отступил, он не пошел на нас, да? А вот ладно, вон они. Так, ты посмотри, какой он стоит на месте, а я его попасть. Они использовали около половины ресурсов. Да ладно. Да ладно, надо поставить пулю. Да, да, да. Минуты с пулей надо. Атакует спереди! По жопе дал, да. Так, и он не подпишет. Пойдем, по-моему, самое... Впереди нас! Еще один. Танк! 200 метров! Так, средний или лёд? Да что, я не попал второй раз, как это? Да понятно, но я что, блядь, два раза по ней ловлю. Я мой навод, блядь. Толпануло и хоть ты шей. Русские пытаются атаковать одну из наших целей. А мы сейчас на бэку. Вот мы тут. А, это F. Так, Женя, давай, я переключаюсь, у меня пулеметы, я их важно даю подключить, давай, потому что это нереально, потому что с пулеметом, да. Блин, хорошо, у меня теперь тоже ракеты стоят, а, у меня тоже ракеты, да. Все, да, я поеду. Мы точку забрали. Нам удалось захватить сектор Фокстрот. Цель атакована. Хорошо, вроде техника. О, вертолет. Нам надо наши точки забирать. Я еду быстро. Они захватили сектор Чарли. Нам нужно двигаться туда! О, вон танк второй, давай садись уже на вдвоем. Блин, они сели. Вижу танк! Это не наши сели, да? Здесь стрелять туда надо, а не разговаривать. Великолепно! О, башня отлетела. О, это наши. Так, надо точку. Погнали. Впереди. Куда валить, подожди. У нас просто это электромагнитной херней. Сейчас она закончится, и мы поедем. Все, доберется. Так. Опа.
Давите гусеницу. Есть, забрали, погнали дальше. Войска союзников удерживают сектор Дельта. Они атакуют одну из наших целей. Там наши. Опа. Так, держать позицию. А, мы отступаем вправо, да, с моста. Сектор право наш. Посмотри, какое. Раздавили таракана! Раздавили таракана. Опа, у меня башня. Да ты посмотри, у меня перезарядка как раз. Выбери их из боя! Чини! Только ж быстрее чини. Он почти починил. Долго думал, сказал. Ой, промазал. Сейчас, забрали точку, нормально. Залечена техника врага! Так, шмаляйте. Ой, большой или что? Сектор под контролем. Войска противника уцелили. На квадрокоптере? Ну так, большой. Давали так. Я не видел. У меня застряло. Да я, блин, застрял нахрен. Да что происходит? Что меня поднимает, и я не. О. Блин, они спускаются по веревке, блядь. Все, вот эту позицию держим, короче. Их потери растут. Скоро все будет кончено. Это не там. Противники атакуют одну из наших целей. Это лавка. Спереди попала! Страйка. Сектор Фокстрот у русских. Так, смотри, что сзади. Ее поворачивать. О, впереди идет. Кто-то бежит. Опа, что это было? Русские пытаются атаковать одну из наших целей. Чини, пока не поздно. Быстрее почини чуть-чуть. Пока они до точки не добежали, я пехоту отстрелил. А, позиция нам стреляет. Опа. Если не остановим их, они захватят все секторы. О, блин, они захватили. Будьте начеку. Все, надо забирать. Маркер, постой! Нет. Сектор Альфа под контролем. Ага. О, это наш. Вот база. Пугай же меня так. Все, забрали. Так вот так. Да отвали, блин. Да я знаю, но просто я так его задавился. Надо же быстрее.
Браво один. Мы обладаем контролем над сектором Фокстрот. Все противники отступают. Победа. Вы сегодня прославились, неприкаянные. Неприкаянные. Отличное достижение против ботов, первое место. Я счастлив. Не прикольно ни хрена вообще. Повышаем!